Техник. Сегодня вашему вниманию я хочу продемонстрировать трактор Т-150К. Значит, с давлением в полном порядок. То есть прям приезжаете, заводим. Сейчас нет аккумуляторов. Вы все проверяете. Установлен 236 двигатель. Обращаю внимание, да, кабина увеличена. Вот. Установлен 236 двигатель, стоит кондиционер. Полностью все в рабочем состоянии. Данный трактор капиталился в свое время. Купили его в 2021 году. За 3 года. Ну, будет это незначительная наработка. Потому что по гектарам здесь не так много обслуживается. Конечно, есть потеки, потому что бушная техника. Но по факту полностью все работает. То есть вы можете приехать, все сами завести, прокатиться, выбрать прежде всего, потому что тестиков здесь 2 штуки. Навеска полнокомплектная, цилиндры все полностью рабочие. Вот он без вложений, то есть своим ходом встал. Еще раз, в 2021 году его купили, полностью был откапиталенный. Вот резина сейчас, ну, 4 с минусом, я бы сказал. Вот по факту, вот такой вот полностью в рабочем состоянии трактор у нас уже в продаже. Вот. Кабину продемонстрирую через окошко. Вот. Ну, по наработке. Ну, сколько здесь? Ну, пускай будет за 3 года. Тут, ну, 1000 моточасов, не более, после проведенной капиталки. 236 турбо, еще раз повторюсь. Все в рабочем состоянии, без проблем. С документами. С документами также все без проблем. Все есть, все хорошо. Можете приезжать, проверять, покупать. Ждем ваших звонков.